мы должны уже показать, пускай таким образом, причем абсолютно мирно, что нам не нравится происходящее. Мы таким образом показываем. Минкомсвязи, остановитесь. Минуточку, есть... подождите, вы знаете, что все акции на проведение Кубка Конфедерации, согласно указу президента 202, незаконны, должны быть уверены в органах власти исполнительной. А вы знаете Конституцию вообще Российской Федерации, которая можно позволяет... Пойдемте вот вы... со мной. Да. А куда вы хотите? Представьтесь, пожалуйста. Имя, имя. Никита Мордвинов. Мордвинов? Да, Никита Мордвинов. Я думаю, у каждого речь идет о своем. Я сейчас говорю конкретно о том, что Роскомнадзор какими-то совершенно нелепыми попытками пытается заблокировать Телеграм и повлиять на ситуацию в Рунете в целом. И вот я лично из-за этого пришел сюда поддержать эту акцию вместе с хозяйством Москвы. Люди из Минкомсвязи умирают от рака мозга. Поэтому мы имеем в виду, что все очень плохо. Они... как бы это помягче сказать, не совсем в адеквате стали в последнее время, пытаются запретить все, что лежит, но, вероятно, это все-таки рак мозга, и мы им полезны. Они уничтожают интернет-отрасль, когда просто уничтожают интернет, когда все делают просто хуже, ну, нельзя молчать. Ну, по поводу Телеграма понятно, вот там по поводу трафика еще речь шла. По поводу Телеграма, по поводу трафика, в некоторых поправках Минкомсвязи к закону РО вообще там надо будет указывать все домашние устройства, которые подключаются к вашему домашнему Wi-Fi, в противном случае вас будут отрубать от интернета. Это вообще что? Это вообще куда? В принципе, все.